Так, привет, народ. Это опять очередная серия, как я мучил Иркмана или Грехтехом. Ну, или я. Вот, кстати, это он сам, свои персоны. Это кто сейчас подсоединился, кто другие серии не смотрел, мало ли кто. Вот, что у нас произошло? Иркман тут долго ломал голову, почему у нас машинам не хватает электричества. Оказывается, ну, я про это забыл, а он мне не напомнил, точнее, не знал. У нас то выходит 32 тика, а машинов-то много. Ну вот, с батпака выходило 32 тика. Вот, поэтому, хотя вот, 32 ТУ, да. да, 32 ИУ, а машин-то много, а они вот, смотрите, потребляют 16. И вот уже получается, что две машины уже могут и не работать. А вот греговские, они, заразы, так и не показывают сколько. Поэтому мы скрафтили, ну, они недорого делаются, рецепт Трансформер апгрейд. трансформер апгрейд, и запихнули везде, где только можно. И теперь у нас сюда подается 128 этих тиков, 128 ЕУ в тик. То есть теоретически должно хватать. Также Иркман сделал электролайзер, и он его даже уже заюзал без меня. Вот, а теперь, кстати, и он ему даже подал отдельный ЦЭСу. Ну, это он так боролся с перепадом электричества. Вот. То есть провода не успевали передавать нужное количество. Также мы поставили наверху Иркман. Ну, я ничего не делал, я только ставил. Вот, и ему помогал. Также вот наверху поставили уже Да. большой крутилятор-вентилятор. Не знаю. Обычно раньше его подсадили, тут ставили клапана и напрямую, не, валв эти, ну, блин, как они называются? Ну, это вообще Ну эти да. выпускные эти клапана подсоединяли напрямую, и она запитывалась. Сейчас что-то это не работает, поэтому тут такая у нас бракозябра из проводов. Ну, вот он, видите, поскольку у него мало работы, он только на 11% работает. ЦЭС у Пара нас растет. пар растет, то есть мы электричество получаем довольно-таки неплохо. Я тут ставил еще несколько вот этих ЦЭСу, потому что я думал, что тут у нас есть потери, но, как сказал Королев, тут вроде бы как в 1.64 потерь нету. Вот, теперь можем спуститься вниз и так, я приму эти самые награды. Я вот прихожу награды получить, я как бригадир. Это ты любишь. Да, вот. Грегодир, да? Грегодир. Да, бригадир. Так, Грегодир. алулой смелтер он сделал, экстрактор, climb reward, cutting saw, infinity water, этот конвейер. Так, этого не сделал, потому что у нас нету алюминия. И, кстати, про алюминий. Он сделал уже все нужное для стандарт машин кейсинга, поскольку у нас есть, где он, центрофуга, генератор, Лево вверху. платы кутинг машин, а где экстрактор? Правом верхнем углу. А, он у тебя был, да? Подожди, а экстрактор, они, по-моему, работают эти вот на 128. Так, подожди, тебе алулой смелтер. А, поскольку у нас есть уже алулой смелтер, и он сделал центрофуг экстрактор, поэтому все, что было на пару, он демонтировал. Вот, поэтому на всякий случай я сейчас вот эту вот провода сбиваю, потому Да, что да, да, буду ставить, как А ее, экстрактору вода не нужна, да? Все нормально. экстрактор, он в экстракте. Так, 32 ЕУ в тик он принимает. Я Тогда тебе мы дал два апгрейда. уже дал? А, Они ты у тебя. мне дал, да? Так, теперь мы ставим такие вот апгрейды. Ну, два для начала. И он у нас 8000. Ну вот, теперь его можно спокойно подсоединить, зная, что он у нас не бабахнет. А, мне проводов не хватило. А у меня один провод есть. Ну, подсоединяй. Так, дальше можем подсоединить Кутенсав, да? Он требует тоже 32. Надо еще эти самые. Давай так, вот эту вот мурню маловажную закинем правее Blast Furnace, а то мы сейчас вот этот вот ряд продолжим, продолжим, а Blast Furnace аж направо уедет, а к нему нужно часто обращаться, к Blast Furnace.
Но я думаю, Blast Furnace сверху провода спустить. Отдельную линию. Или по я этой... не против. Я имею в виду, что не надо ставить ненужные вот здесь вот этот самый экстрактор. Его можно правее поставить. Да, ясно. А вот Blast печку будем. Так, подожди, где у нас тут? Я бы Blast печку ближе к центру ставил. Она гораздо важнее. Компрессор здесь не нужен. Где? Ну вот здесь вот компрессор, экстрактор. Их можно направо куда-нибудь зафигачить. Они редкие. Они вообще не используют. Ага. В этом плане. Так ты возьми ключ, переставь. Ну, ставить-то пока некуда. Ну, я имею в виду, переставь. Только не забудь, что у него... Я провода снимаю, чтобы не забыть. А, подожди, там надо провод отсоединить где-то. Так, я проводы отсоединяю от пустых мест, чтобы, не дай бог, не взорвать. Я линию разорвал, в общем. Можешь ставить тут спокойно до... Кого можешь ставить? Ну, машинки, они сейчас без апгрейдов. Можно левее переставить этот самый. А, ты хочешь вот в это место поставить, как его? Сейчас. А, и так давай вот сюда и... Чё, Луис Мелтер? Всё, нафиг демонтирую. Тут будем ставить этот самый. Вместо вот этих вот всех ставить будем этот самый, как его... Ну, всю аппаратуру. Blast Furnace ты имеешь в виду? Ну. А у нас она нормально поместится? Я имел в виду пока что только вот это. А вот эти два поставить. Вот эти два. А это уже можно снять. Ага. Ну и правее поставить, вот сюда. А эти два важные. Ясно. Смелтер и... Лой Смелтер. А, ты в них апгрейды засунул? Давай сейчас перепроверим. Подожди, или они не выпадают, я не помню. А, выпадают, наверное. Какого-то выпали две штуки. Знаешь, какие оба, я не могу. Это что из... Ладно, это центрофуга, потом сам поставишь, не забудешь. Я их обратно в ящик. Забуду. Апгрейды, так, провода сюда. Ну что, ставим Blast Furnace. Она у нас 128, так что она не должна взорваться. Так, для нее надо... Так, где моя земля? Макет сделать для начала. Так, как подводить электричество к ней? Нам их надо будет поставить вот 4 штуки. Так, минимум одна должна стоять вот тут. Вторая у нас, так, раз, два, три. Ой, не так. Вот так, если я их поставлю, будет нормально, интересно. Ну, вот так вот, тут одна и тут одна. Вот так вот. А нам этого... Нет, ты неправильно посчитал низ. Разве низ всего 3 на 3? Низ 3 на 4. Разве нет? Я не помню, тебе виднее. Посмотри. 3 на 3 вон. А, тогда... А тут вот по углам, то есть не на этом уровне, на уровень выше, вот тут вот будут стоять печки вот эти вот. Вот так это, ну, примерно выглядит. Вот. Тут вот печки стоят, вот внизу пусто. А, и так можешь разломать пол и чуть-чуть ниже опустить. Вот я просто... Полу не надо подводить там... Блин, на ее пока не поставишь, ты не посмотришь, как она собирается. Ой, куда она исчезла? Не понял. А куда она исчезла? Магнит не работает у меня. Что исчезло? Ай, вот она. Блин. Так, печь. А, не, она на нижний ряд ставится. Я правильно делал. Все правильно. Да? Да, она не тут ставит. Я что-то подумал, что она ниже. Во. Это глюкнуло что-то. Эть, и сюда. Вот так вот. Она. Все же она вот так вот делается. Вот. А внутрь посмотреть, то она раз, два, три, четыре высотой. То есть она как обыкновенная. Так да. Вот в этом месте нормально будет? И, да. К ней вот здесь вот разрыв будет или нет? Вот здесь проводов или нет? Тут, я думаю, ну, цессу подвести дополнительно, чтобы она, не дай бог, процесс не прекратила. А куда? Вот поставь, займи провода, чтобы я видел, где-то проход будет или не будет. Может быть, на единичку ближе ее надо поставить. Да. Здесь проход будет или поставь в виде земли что-то. Ну, провода легко ломаются. Во, вот так. Чипок. А здесь вот столько проводов зачем? Можно ли ее ближе поставить? Ну, если прокопать землю и там под водой провести. Или поверху. Вот. Я не о том.
ближе к... Вот она стоит далеко. Можно Ладно, ли ее... сейчас, пока мы думаем, я паузу, нажму паузу. Так, после маленького консилиума мы решили, что все же эту хорошую соберем вот таким образом, поднимем на один этаж, чтобы можно было бы, если что, снизу ее обслуживать. Так, а у нас два ведра воды лавы есть? А, сейчас. У нас есть две ячейки. А, их же можно выпустить. Да, по-моему, даже не две, а больше. А, ко мне не заберешься. Я царь горы, я царь горы. А смотрится хорошо, слушай, она красивенько. Но все равно ее потом рушить придется, потому что блоки мощнее. Сейчас, дай бог, чтобы нам на алюминий температуру, нам не спуститься, наверное. Где? Ведь. Ну, это такой маленький курс по тому, как собирать печку. Blast Furnace, Industrial Blast Furnace, или как она там называется. Так, а вот ни хрена, не выливается отсюда лава. На стенку, нет? Выливает? Нет, не дает. Это не хотит. Надо ведро лавы. Так, как использовать? Так, я могу как-то лаву в ведро перелить без всяких там... А, сквизер. Спасибо. Работает. Скус. А как я наши ведра-то? Я вижу, где наши. Ой, опять этот. Она собирал. Сейчас я гляну, где наш ведро. Что, я лаву сейчас принесу. Вот одно ведро лавы есть. Я же ж помню. Кидай. А вот ведро я положил обратно. Где? А, вот, есть. Да. Одно ведре и лавы есть. Ладно, пока ты принесешь лавы, паузу нажимаю. Ну, я включил запись, бежим, и, в общем, у нас одного лавы ведра нету, я в Незере-то не бывал, и мы решили сбегать по пути в Незер вдвоем, чтобы не лагало. Я лав... Только быстро начинает портал вас телепортировать. Не ждем секунд, как на 1.7.10, мерцание вот это туда-сюда, а тут говорит, зачем мерцание? Так, а где тут лава? И тут у нас профессионал. Ой, ё-моё. Низко. Давай ведро. На. Кинул. У тебя там точка пробита? А, боже ты мой, я же точечки не скопил. А, и вот для чего нужен портал Ган. А, ты вон у тебя... О, покажи, как он работает. Портал Ган. Так, класс, сюда. Есть. И теперь на какой-нибудь вертикальный блок. Ну, желательно вертикальный. Смотри, не под лавой где-нибудь. Нету вертикального блока, подожди. Осторожно, в нас стреляют. Йо-хо! Ух ты! Литва, родина баскетбола. Да. Да, сразу видно, что родина баскетбола. Он не понял, а что он не отбивается. Ага! Вау. Есть, я тут. Чё ты взрываешься в руке? Чё, техника изменена, что ли? Лагнуть может. Просто помни о том, что может лагнуть. А то я их отбиваю, а она... Два ведра лавы у нас с собой. Ну я тут с этим гастом играю в пинг-понг. Йо-хо! Я куда? Ой. О, а я сейчас точечку не прописал, я теперь пытаюсь вспомнить... Урвал, гад. Я его убил своим же шагом. А чего мне не дали ачивку вернуть управителю? И где моя слеза Гаста? Че, возвращаемся? Я к тебе ТП снулся, а ты, блин... А я Гаста там убил. Знаешь, бегал. А портал работает еще, да? Ты его не убирал? Я хочу проверить, как он работает. Ну, плохо. Ай, а. Вот пока ты этого не сделаешь. Ай, да. О, ладно. Я внизу, я вверху. Ну чё, что, пошли домой, а то меня ещё тут убьют нечаянно. Так. Ну, портал сразу срабатывает. Могу и там помпу индустриальную поставить с хорошим... А, у нас бан этих ящиков нет.
У нас нечем передавать пока. Нет, так можешь там набрать, сюда принести. А я так вообще раз 5 или 6 уже делал, эту лаву бедную. Насался был. Так, я ж эту самую хрень. Вот. Так, сюда обязательно надо лаву заливать. Это уже обязательно. Это повысит температуру. Ну, я не знаю, может, можно и без лавы как-то, но, по идее, надо... Это повысит температуру плавления, нам это важно. Да. Так, теперь тут мы ставим Industrial Blast Furnace. Должна... Вот, загорелась... Блин, может, я не с той стороны поставил для начала? Или правильно? Ты может, вначале там? Пока слева? Ну, наверное, слева. Давай переставь ее слева. Вот, тут можно ставить 4 их, и они будут считаться, как каждая как будто отдельно работает. Так. Короче, дополнительные блоки, каждая будет считать твоими. А-а-а. А сюда не ставить, да? Почему? Да. Ну, тут ближе к проводам. Ага. Вот. 1520 Кельвина. А для того, чтобы расплавить алюминий, рецепт... не, usage надо, usage... Так, чтобы ее расплавить, нам нужен 1700 Кельвина. То есть фиг вам, вы ее не расплавите. Сейчас ты нажимаешь паузу, и я попробую сделать усиленные блоки. И каждый из них повышает температуру. Каре, пауза. Так, и что там решил? Что нам всю печку переделывать или что-то еще хватит? А я посмотрел только что этот самый. Можно на 500К добавить температуру, если канталовую нагревательную спираль дополнительную вставить. А, ну так давай, это легче, а то зря эти блоки делали, что ли. Она из порошкового алюминия делается, а порошковый алюминий у меня уже в электролайзере получается. Плавить я его не могу, но кантал делается. Подожди, как он пишется? Цантал? Первая К. Русская? Да, ну как русская К. Кантал. Я хочу посмотреть, как это делать. Кантал Head Calling. Ага, Кантал Игонт. Надо посмотреть, сколько их надо. Посчитай, сколько их штук-то надо. Я не... Подожди, так Кантал. Если один койл дает 4 канталовых Игонта надо. Ага, 4. Хорошо. А Кантал, тогда... как он делается? Из порошка? Да, он из порошка делается. Один алюминий, один железо, один хром. Никель. Редстон Фуранс. А его охлаждать надо? Да? Да, вон. Hot Cantal Igant. Industrial Blast Furnace. Его плавить только можно. Так что... Он сам со временем не остынет? Не. У нас фризеры... И Blast Furnace нет. Так что зря ты меня тут обрадовал. Халява, товарищ. Я обрадовался, но прикольно же. Кантальный Игант. Да, его можно получить. Кантал Нагет. Кантал Нагет только из Кантала. У нас Кантала готового нет. А этот, как он получается? Ну, вакуум фризер надо, как ты не крути. Алулой Смелтер. И у нас ничего из Кантала готового нету. Вот, облом. Без вакуума фризер мы его не сделаем, потому что его надо охладить. А плавится сам кантал в печке 2500 Кельвина. Да. То есть раскатали губу. Раскантали губу. Раскантали. Подожди, точно алюминию столько надо, юзать? То есть нам сейчас надо хоть кровь из носа делать 1700 градусов. То есть это да, надо... Да, так что пока нажимаем паузу, и сейчас будем разбираться с блоками. Можем ли мы сделать усиленные блоки? Блин, зачем это? А, ну это на что-нибудь другое пойдет. На какой-нибудь... А их можно потом будет... Так я разбираю тогда печку. Толку от нее. В смысле разбираю? Ну, это вот блоки все. Тебе надо ее уже все разбирать? Пусть она здесь стоит. Чем она теперь? Я хочу. Чувак, а нам нужно хоть как-то ее запустить. Нам нужно нержавейку расплавить. Давай посмотрим, при скольки нержавейка плавит. А, нержавейка для. Не-не-не-не-не. Она делается из обычной стали тоже. Все, сейчас все будет. Ясно. Ладно, я тогда отключаюсь паузу. Так, Иркман, как всегда,
Ну, запись идет. Иркман, как всегда, подготовил до хрена микросхемность. Ну, он школа Вани Сережкина. Если что-то делает, то делает... Так, лучше так сделай и не паришься. Да. Вот, кто знает, что такое Ваню Сережкина. Вот. Потому что в те времена АЕ не было, ничего не было. Сахар был слаще. Земля. Так, и мы понаделали. В общем, старая школа, кто не знал, тот... Два ведра лавы. Да. Так, два ведра лавы залил. Ну, сейчас соберу кейс. А, двух не хватает, не понял. Подожди, а что такое? 9 плюс 9, 18, плюс 2 кольца по 8. Подожди, сколько их кто надо там? 9 плюс 9, 18, плюс 16, это 34, блин. А, ну тогда сейчас еще. Ну ладно, я тут похожу, постараюсь в лаву не упасть. Что-то мы просчитались. Так это что хочешь сказать? А, наверное, два к тебе притянуло, как всегда, магнитом, и я их не учел. Торопился, да. Сейчас вот же микросхемы, кейсинг. Сейчас я кейсинг становлю, еще один сделаю. Сейчас. Здесь. Так я подойду, покажу, как ты там их делаешь. Можно показать? Можно показать. Вы не против? Да, нету да, никаких да, секретных технологий. Но все тут даже с запасом. Сейчас тем... Вот. Вот. Но я задолбался, конечно, когда ты микросхемы это делаешь изначально, а потом мне сложно поставил. Ты же в ассемблер машины кидаешь, они там. Ты взял или нет эти блоки? Нет, я жду пока. А, вот, 4. А, да. Они по 4, что ли, крафтятся? Да, поэтому это ну, достаточно немного времени. Тинк. Подожди, я тебе поставлю эти самые скафолды. Да, все равно их потом сносить надо. Тинк, тинк. Ну, смотри. Ну, давай. Так. 2200, вау. Подсоединять провод или как? Давай взорвем, оно же 512-ом. Чпок. Зараза, не взорвалась. Ну, и как наша система потянет это все дело. Закинул? Я в него только что один апгрейд засунул. Ага. Ну, один хватит. О, пошло медленно. Что, это теперь плавится алюминий? Алюминий. Алюминий? А мы что, титан мы не можем часом уже плавить? Слушай, нахал какой. 2500. Надо будет... А, кантал надо будет делать сейчас тогда. Да. Для кантала у меня все готово уже. Хром. Канталовое кольцо, и будет больше температуры. О, железо. И что еще было? И было алюминий, да? Хром, железо, алюминий. Ну, этот, как его, порошок. Так, это я скидываю сюда. Также мы взяли дебуг сканер, его, если там, чтобы не бомбили. Его сделать невозможно, поскольку в этой 1.6 версии сложно узнать, как машина... Не хватает энергии, срочно, не хватает энергии, вся энергия пропала, которая была. Да? Да. И сколько он потребляет? 0 секунд, 86. То есть у нас проблема с энергией. Ты же рекомендовал запустить к нему отдельную линию. Ага. Так, тогда надо берем кувалду и disable. Он сейчас начнет, потому что он будет жрать энергию и не будет работать. Так, кувалду я назад положил. Что, ведем отдельную, и надо цессу на него поставить тогда, на всякий случай. У нас цессу где лежит? А я не знаю, ты где-то делал. Ладно, нажимая паузу, то это время займет. Так, да. Идем мы сейчас с ним проверять, у нас там вообще турбина-то работает. И у нас просто тика глупо. То есть она не нагружена. То есть, помнишь, я вот этот цессу не просто так ставил отдельно? Ага. Вот этот вот. Да, не просто так. Именно вот сейчас нужно прямо от него отводить вниз. Нельзя от него отводить вниз. Потому что... Ну, я имею в виду, надо это сломать. Ломать не надо, его надо снять, демонтировать.
А, ты хочешь поставить CSO тут и вниз спустить от него? Подожди, а где там? Блин, я не вижу, где у нас тут. У Где? меня кабель один. Ладно, я пойду вниз. Ты давай наверх ору. Ё, заблудился. Наверх ору, да я пойду вниз. Где там? Снизу вверх вести, короче. Все. Так, у меня провода есть. А у меня нету. А, у меня есть. Хорошо. Так, ну я потом подам. А, у меня 13 проводей. Так, CS уставим так. Чпок. Ты чё? Ну ладно, даже неплохо. Если что, два поставим. Так, ты что? Insufficient energy loss. Там Ой-ой-ой. сверху энергия вообще не подается сейчас. Знаешь, да? Да. Я тут по старинке тын-тын-тын-тын. Куда я вылезу? Так. А где я цесу спер? Куда мне Да потом? что? А, провода вот. Я ж тут... Ой. Понял. Что это было? Я был. Я ж тут вот этот сам... Ой. Так. Куда мне их вести тут? Вот тут будет CS. Блин, что ты не ставишь? Вот. Тинг. Тинг. По-моему, вниз сейчас надо пускать. А, провода кончились. А, провода. Блин, одного провода не хватило. Сейчас я тебе один провод сверху могу кинуть. Осторожно, как этот... Пан Майнкрафт, осторожно. Нету. А? Нет, я имел в виду, мне не хватает вот тут вот соединить. А! Больно. Не попал. А, попал. Так. Все, энергия должна идти. А, мы тот цесс вниз поставили. Я думаю, где ж... Куда же он исчез? Так, что у нас тут? О, энергия даже тут плюс идет, и она должна штука это работать. Турбина на 100% работает. Чего? Энергия лов. Инсифит энергия лов. Подожди, а как она может работать, если я отключил? Ее надо, наверное, по ней грохнуть кувалдой, тогда она заработает. Топором, как ты в прошлой серии это предлагал. Ага, о. Ну, вроде бы. Чего insufficient energy online? Все работает. Что тебе не нравится? Ладно, еще пойду наверх в CS еще одну поставлю. А, проводов нету, да? Провода у меня один провод есть. Дай проводи. Один. О, как раз. Подожди секунду, я смотрю, стрелочка ползет, 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 ползет. ползет. Сейчас один. Это надпись, по-моему, глюк. Она не пропадет, пока не переплавится. Вот. Ну, идет, работает. Так, CS наполняется ли? Из... CS даже в плюс идет, так что электричество не должно пропасть. Так, у тебя тут что-нибудь обрабатывается? Ничего не обрабатывается. Хорошо. Ну, ура! Первый алюминий! Ехал! Первый. Второй пошел. Дай, дай, дай провод. Провод дай. Куда побер? Где ты там? Вот. У меня, у меня. У нас Пойду я здесь еще один алюминий. цессу там поставлю на всякий пожарный. Хай копится. Я вот на пятом греге, по-моему, у меня только до первого алюминия доходил. До слез называется. Дос. Класс. А. Как мне его тут поставить? Так, чуть энергия там у нас есть. Вот тут вот цессу. А мы тут цессу заставим. Так. О, и плюс еще пошла напруга. 95, 96, 97, 98. 100%, 99% output. О, машинка работает. О, то есть минус мы не пойдем. Ну, может, не совсем правильно, но зато у нас там сейчас запитывается. А, да ты Да. еще один ряд этих крутиляторов поставил. Где? Наверху этих ветряков. Да, конечно, еще вчера А они ночью. с карбоном или с чем? Тут не видно. Карбоном. Карбон сейчас несложно делается, сейчас я вспоминаю, из чего я там делал. Были вы не в электролайте, я уже вчера ночью это. Там Он несложно, центрофуг. он.
Да, нет, не в цирку, я в чем-то другом. Не помню. Так, рацион. Так, я вспомнил, а как там наша черепашка поживает? Как наша Наташка поживает? Идем посмотрим и, наверное, на этом заканчивать будем. Так, провода не тут. Провода вот тут. Лаву куда мне деть? А, вот, лава вижу. Это я ставлю. Кувалда мягкая тут. Стики резин. О, надо стики резин. Кстати, надо сделать... Центрофугу у нас нету еще. А мы можем этот провод подать сбоку? Какой? Blast Furnace. Сбоку? Ну, можно. Mm-hmm. А чем он тебе сверху мешает? Ну, я бы хотел сюда воронку. Воронку? Да. Тебе он 64 будет делать около часа. И тебе воронку надо? Да, в этом плане. Хорошо, ладно. И тут два слота. Ты закинул и забыл. Он тебе тут около часа это все плавить будет. Реального времени. Я совсем нахал, да? Да. И, кстати, в центрофуге вот это вот, по-моему, если мы будем перерабатывать, не знаю, как сейчас, раньше центрофуги выгоднее было, да, в индустриал центрофуги перерабатывать резину, получаешь много резины, плайн-баллы и еще раф-пластик получаешь. Представляешь? Это с одного кусочка. Так, портабл танк, бакет. Это мне не надо. Детектор. Так, а мы что-нибудь получили, не получили? Награду. Не уважает нас. Ладно, я побежал к этой Наташке в гости. Да, я тоже побежал, как же. Ну, а я в этом районе вообще не бывал. Я пешком бегу. А мы с тобой не взяли лестницы? Лестницы? Угу. У меня 4 есть. А я не знаю, что там, а там что, уже супер-пупер яма. Ой-ё. А, у тебя лестница есть. А наверху же там дерево есть. Так, дерево есть. Что там пчелки мои как поживают? Я про них уже и забыл. А ты и не помнишь? Так. Я помню, я тебе даже принес из Незера пчелок. А, ты говорил. Так, культивейтеды у меня уже тут пошли. О, они уже очистились. Слушай, она по-честному отработала и пустая, выгрузилась. И стоит? Да, у нее топлива нет. А, топливо. Топливо у нас где-то... Да, еще и вода. А топливо надо? То тут, по-моему, ящика где-то было. Или ты забрался? О, еды. Тут у нас еще и стекла, и таблички. Эш есть. Так, тут нету. Топливо надо ли у тебя с собой есть? Надо топливо, надо, у меня нету. Сейчас я пойду наверх, тут по ящикам старым полажу. Надо ящики как-то перенести. Ой, да много чего надо-то. Даркаш, коинты, проба, в моем ящике ничего, в твоем ничего. Ой, тут еще обсидиана много. Да, я оценил твой этот попытку не по матери. Блин, а как бы и нету тут. Ладно, надо на базу. Ой, что я делаю? Йод, Weapon, база, телепорт. Так, где-то у нас тут чаркол. И теперь вернуться домой. Йод, Гоме, дом. Оу. Так, ну я к тебе попёр. Я с чарколом бегите. Бегу с чарколом, бегу. Ну, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, чуть-чуть этого боксита есть. А боксит это алюминий. Вау, как она тут... А она нам и, кстати... Подожди, а мы сейчас торий получить-то не можем? Нам, ну, ты имеешь уже сразу торий, да? Простому. Подожди, черепашку опускать надо будет, да? Мы ее опускать да. будем? Да.
Я ящики, как всегда, не взял. Какие? А? Какие ящики? Ну, блин, тут же сейчас повысыпается. Это ж... А каблу как? Или он у тебя силктачем апгрейдом? Где ты раньше был, да? А насколько мы опускаем? Низко. О. До какого уровня мы опускаем? Ну, на том, где закончил. Ну, уровнем выше ставь, никогда не ошибешься. Или уровнем ниже, наоборот. А-а-а, ресурсы. Хочу ресурсы. Блин, с такой киркой тут и копать. О. Так, что там не по ноге? Ползет? Не, не ползет. Тут что там? Вау, как тут. Мать родная. Кто? У нас тут лава эту подожгла. Кого эту? Нефть. Мы нефть теряем. Мы ее теряем, нефть. Я внизу где-то? Да, вот тут. Я смотрю, что-то горит. Смотрю, лава горит. А я не вижу, я не знаю, где ты. Ну, я уже почти что затушил. Где вообще? Где ты внизу? Ну, на уровне. Вот он, я факел поставил посередине. Где ты внизу? Вот он я, иди сюда. А где лава, да? Слушай, где... Вот у нас тут пожар, блин. А вот система. Вот мы эту нефть теряем. Мы ее теряем. Ну, она, видишь, проблема с нефтью в том, что она горит, то... И она сейчас пока не... Блин, короче, по-моему, суши весла. Девангвите. А это что-то знакомое. Что-то из него надо получать, из Девангвите. Да. Что-то там можно выскребать. Все, погасили? Ну, вроде бы. Стоит потерять 3 блока лавы горячей. Ну, нет. Ну, так, так, я пошел на свет, посмотрю, что это такое. Что-то знакомое, а вот что это? Что из него получить можно, юзать? Это демангвиты, пульверайзер. Ага, это алюминий и... А, так это алюминий и боксит. Ага, центрофуги это не используют. Или пыль. Юзать. А, центрофуга даст. Алюминий. Титан. Титано-2 и... А, то есть неплохая это руда. Полезно. Ой. Для титана. А. Куда я тут залез? А, ты тут ниже прокопал. Паркопан. Так, так надо ее чуть выше ставить. Золото. Зачем я его скапываю, я не знаю, но золото. Видишь, копай, я не спрашиваю. Ладно, ну не на запись. Ладно, пока мы тут тупим, давай распрощаемся и за кадром уже поставим эту машину. Черепашку, да. Наташку запустим. Давай ее Наташкой называть. Нам Наташа Ладно. Не приходит чего-то, написал. Твои фантазии надо, да, будем удовлетворять. Да. Какие? Надеюсь, не те, о которых я подумал. Да нет, Майнкрафт. Ага, ясно. А ой, это что такое за закрытое? Это ты замуровал? Клеи прощаются, но не уходят. Ну, это нормально. Ну, это я, как всегда. Всё а, надо. Это тут меня кто-то... А, это данжин, я тут думаю. Конечно. Ладно, давай тогда прощаемся. Тут уже без них, тут надо будет... Вот, Наташку запустим мы и без вас. Правда, мы ее не переименовали. Как-то ее можно ренейм, можно команду дать ренейм и переименуем. А это что такое? Вода таких интересно тут. Это тут типа западло такое, это вот блоки воды тут стоят. А эти, так вот. Ага, это оказывается оно вот так тут все. От воды избавиться можно, оказывается. А у меня лестницы нет.
А, значит, данжи есть какие-то заподлянки, или как это называется? Во, я воду убрал некоторую. Вон тут какие-то, как они называются, дырочки, и в них вода налита. Если их закрыть. Правда, с одной стороны, это плохо. Если она докопается до лавы, и там будет, не будет воды, то она будет под лавой копать. И мы до нее не доберемся. Придется заливаться. Придется запускать вторую черепашку, которая нам будет доставать Наташку. Ясно. Ладно, давай, может, прощаемся. А мы еще не попрощаемся? Ладно, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, пишите комментарии. Будут вопросы, задавайте. Спасибо Альвинусу за все, что он делает для обучения. Ну, мы играем в таком полукреативе, получается. Точнее, я в креатив никак не соглашаюсь идти. А Иркман, как всегда говорю, я за него не отвечаю. Он взрослый человек, а хочет, так играет. Ладно, все, спасибо, пока. До свидания.